Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нашел новое приложение для заработка. Я не ожидал, что это приложение точно есть для заработка, но да ладно. Я тоже так сначала думал, но сейчас мы во всем разберемся. Заходим в это приложение. И вот мой баланс аккаунта, так сказать. Так, ну что же. Я думаю, что здесь приложение по типу опросов и заданий, которые вообще не платят. Но я глубоко ошибался, потому что вот здесь есть банальная Trumdu Games. Я, конечно, не понял, что это за игры такие. Я думал, что тоже какая-то шляпа. Но когда я зашел в эту панель, я давай искать эти приложения в Play Market. Но безуспешно. Просто вот увидите эти иконки. Морская стая и денежное дерево. Набираете это приложение в Play Market и находите его. Без особых трудов можно его найти. Ну что же, перейдем к самой игре, так сказать. Потому что это игра, по сути. Я же в играх зарабатывал. Ну да ладно. Так, вот мы видим. Вот на этом я зарабатывал. Потому что это вот денежное дерево, оно такое себе. Платит мало, осколки эти вообще дают, ну, ноль. По нулям все, короче. Я здесь вообще не играл. Просто бонусы вот эти собирал. Эти, если что, бонусы даются только за рекламу. То есть вы смотрите рекламу, и вам дается вознаграждение в виде кристаллов. А как мы уже знаем, один кристалл в игре равен пол TR-коина. То есть, если у нас будет два кристалла, это один TR-коин. Ну, сейчас мы подробно посмотрим. Сначала я же открываю мега-бонус. Но хочу заметить то, что вам нужно здесь зарегистрироваться. Впервые, как я скачал эту игру, у меня здесь было авторизоваться. То есть, вам нужно здесь авторизоваться. Иначе заработка не будет. Ну что же, перейдем к мега-бонусу. Ну что же, ребята, я посмотрел рекламу. Кстати, реклама небольшая попалась на 20 секунд. Бывало и по 30 секунд. Ну, то есть, мега-бонус это такой сундук, где нельзя пропускать рекламу. То есть, он реально много наград дает. Сейчас нам нужно вот развязать эту улыбку простое. И мы получаем вот 15 кристаллов. Это то, что нам нужно. 15 кристаллов это 7,5 TR-коин. Хорошо. Давайте далее откроем коробку удачи. Как вы можете видеть, здесь можно пропустить рекламу. То есть здесь уже меньше приз. Вот 6 кристаллов. Это 3 TR-коина. Суммарно у нас уже 10,5 TR-коинов. Неплохо. И дальше сюда. Так, эту рекламу тоже можно пропустить. Кстати, здесь такие вот рекламы, которые вообще полная шляпа. То есть они вам золотые горы обещают, а по факту они вам лапшу на уши вешают. Это же лохотрон, ребята. Не ведитесь на такое вот. Вот я проверяю, вот например приложение. Я вот смотрю, платит оно или нет. Ну сейчас мы проверим, конечно. Вот, 10 осколков мы меняем на 2 кристалла. Так, ребята, теперь хочу вам показать, как здесь менять кристаллы на TR-коины. Так. Меняем. Вот. Теперь у нас уже 722 TR-коина. Это очень даже ничего. Нормально так. И еще вот такая игра есть. То есть вам нужно скачать 2 игры, чтобы больше зарабатывать. Она, по сути, такая же самая, ну, то есть, бонус именно. Только она теперь горизонтально стоит. Так, бонусы. Вам тоже здесь придется, вот, будет ввести авторизироваться или аккаунт. Вы нажимаете на это и авторизируете ту почту, которая у вас авторизирована на App Offers. Открываем, конечно же. Неплохой мега-бонус. Так, дальше у нас коробка удачи. Вот. Так,
Так, и 200 осколков. Отлично. Так, сейчас мы идем в обмен валют и меняем 200 осколков на кристалл. Так, что-то оно долго меняет. Ну да ладно, такое бывает. Но редко довольно так. Так, я перезашел. О, все, обменяли. Хорошо, отлично. Все, мы можем перейти в App Offers. Конечно, нам нужно обновить страницу. Я вот так вот и обновляю. Как видим, 23 кристалла равно 11,5 теркоинов. Обмениваем. Ну что же, у меня 733,5 теркоинов. Так, все, ребята, у нас все по нулям. И будем наконец-то выводить. И выводить мы будем на Kiwi кошелек. Предварительно хочу показать вам свой Kiwi баланс. Вообще новый Kiwi себе завел. Так. И мы выбираем вот это. Мне должно прийти 7 рублей и 84 копейки. Ну что же, оставить заявку на вывод средств. Чик. Успешно. Выплата поставлена в очередь на обработку. И проверьте статус в истории. Хорошо. Так, где же история здесь? Выплаты. Сейчас мы поищем. Здесь можно вывести также на Payeer, сотовую связь, Юмани, то есть Яндекс.Деньги и так далее. Выплата в обработке, как мы видим. Ну, тоже будем ждать. Думал ждать выплату примерно день, но тут оба сообщения и оплата уже прошла. То есть оплата приходит почти моментально. Так, ребята, прямое включение, так сказать, только что пришли деньги. Вот история. Сейчас мы... Вот. Только что. Только что, реально. 2.46? 2.46. Я вам совсем не вру. Приложение платит, так что могу его рекомендовать. Всем, ребят, до встречи. И ждите новых выпусков. Ну а на этом я, пожалуй, закончу. Всем пока. Been trying hard not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night.